И по проекту не было предусмотрено вот этих поребриков, которые вот даже, вот даже уже стоял. Угу. После того, как мы сделали, положили асфальт, ну, пришли, не понравилось. Мы изначально предлагали... Что значит понравилось? Ну вот, понравилось. Ну в смысле, вот приходит, пришли люди, посмотрели, говорят, нам это не нравится, давайте, пришли вы проектировщики, пришли со стороны тоже люди, посмотрели, давайте что-нибудь придумаем, это не пойдет. Вот приняли решение ставить поребрики и вот таким вот образом заасфальтировать. Слушайте, ну это даже не пэтчворк, это, простите, порнография. Ну, вот это вот уже по-русски. А можно вот доломить вопрос? Вы берете там вырубку, да? Асфальт хороший здесь? На данном участке мы взяли три вырубки. Одна из них, которая должна была по этой квадратуре, мы взяли, она соответствовала качеству, две не соответствовала. Это здесь вот. Там переделали, да? Да, переделали. Просто вон там где-то вырубка, видно, что брали вырубку. И прямо в 5 сантиметрах уже корни растут. То есть асфальт здесь не везде соответствует, вопросы, да? Везде, вопросы везде. К нам. Когда мы по данному объекту у нас была всего одна вырубка. Дополнительно, что это были еще две, мы еще сделали две, которые не соответствуют. На начальной стадии вопросы, где показывали, кто делал экспертизу.